Вот идем пешком по тропинке, по джунглям. То есть лошадей запарковали, что здесь уже и лошади не пройдут. Идем пешочком уже. Внизу шумит речка. В одном месте был оползень, то есть прошли дожди. На тропинке был оползень. И ну раз вырубаем лианы. Видать, давно тут уже никто не был и проходил. Идем по густым джунглям. С детям, пожилым, тучным, неловким людям эта экскурсия не подойдет никак. То есть должна быть какая-то подготовка с лошадьми, хотя бы раз в своей жизни вы ездили на лошади. Ручеек тут. А вот он, водопад Лохальда. Шутка. Кругом высоченные горы, то есть речка, ущелье, вдоль речки тропинка. Вот по дороге на водопад открываются такие вот маленькие дети Лохальды, назову их, этот водопадик. Высокий, но маленький. Вот тропинка все сужается, уже идти трудно. Сейчас уже практически залазишь на руках и ногах. А донде? Слева уже скала, все, очень узкая тропиночка, то есть экскурсия очень экстремальная. Слева скала, справа скала, в каньоне речка. Уже даже не тропинка, а просто по скалам идешь и все. Карабкаешься. Это уже не тропинка. Да, если давно не лазил по таким местам, уже тяжело.
И вот уже вижу проплески Лахальды. Вон оно. Все, идем, уже подходим. По скалам чуть-чуть текут тут маленькие Лахальды. Баба. Вон он проглядывает. Вон он проглядывает. Сквозь ветки. Вот первый вид его. Раньше был вид, но что-то камера не наводит.